Кушнира 20А. Этот дом известен на всю округу. В микрорайоне Междуречья он самый приметный. Возле каждого подъезда наряженная новогодняя елка, еще одна в самом центре двора, где и будут проходить все новогодние празднества. Также каждый подъезд украшен мишурой и светящимися гирляндами. Мы многое делаем с ними. Ну, я не знаю, если раньше мы начинали эту работу, было все как-то неохотно. Сейчас это все настолько вот процветает, люди слышат меня. То есть, как бы, ну, может быть, своим примером заразила их. Своим задором и активностью Нина Сидорова, председатель Совета общественности, заразила весь микрорайон. В новогодние праздники концертные программы состоятся во многих дворах. На Кушнира 20А. В веселый хоровод жители сойдутся 2 января. Однако по городу уже стартовали праздничные дворовые программы. Уссурийская, 71. Жители украсили двор, установили новогоднюю елку и каждый день посещают новенький каток. Хоккейную коробку здесь не заливали много лет. В этом году и стар, и млад считают своим долгом встать на лед. Многие подходят с соседних дворов и говорят, мы будем к вам приходить, вы нас зовите, будем вам помогать, что надо делать. То есть, да, объединяться стали. Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга и Заяц в гостях у детворы с улицы Уссурийской. Праздничное убранство наводили всей округой. За старания вошли в пятерку лучших дворов Уссурийска и награждены подарком в виде этого концертного шоу. У нас очень жители отзывчивые. Вот только клич пустить, и они все тут как тут. Принесли игрушки, гирлянды. Такие праздники получила и тройка самых нарядных к Новому году дворов. Среди них Блюхера 97, Советская 92 и Кушнира 20А. Виктория Калинина, Ольга Муравьева и Анатолий Молчанов. Телемикс.